Московский областной центр охраны материнства и детства вводит в свою практику ботулинотерапию. Это введение специального препарата, который снижает патологический тонус мышц рук и ног. Как правило, такую методику используют при реабилитации детей с ДЦП. Подробности в материале моих коллег. Один укол помогает облегчить состояние ребенка на длительный срок. Эффект наступает уже на третий день и держится до 6 месяцев. Раньше ботулинотерапию проводили только в реабилитационных центрах. Теперь эта процедура включена в перечень амбулаторной помощи. Дети до этого были вынуждены искать проведение данного мероприятия в Москве. Вот, это было трудно, это было труднодоступно. Вот, сейчас мы начинаем здесь. Значит, все дети нашего округа, это Дзержинский, Раменский район, Котельники, Люберцы, Люберецкий район полностью, Лыткарино. Всем им будет доступно это. Мы их будем всех ждать. Методика имеет противопоказания и требует предварительного обследования пациентов. Сейчас для детских врачей узких специальностей проводят обучающие семинары и мастер-классы. Специалисты подробно рассказывают обо всех важных этапах этой вспомогательной терапии. После этой процедуры у нас дети проходят реабилитацию, курсы массажа, ЛФК, физиолечение. И это дает им способность убрать спастичность в ручках, в ножках, и детям лучше становится. Я жду только положительных, да, моментов от лечения, и будет лучше, будет моим маленьким пациентам. На данный момент ботулинотерапию проводят только в первой детской поликлинике на улице Побратима, в дневном стационаре неврологического отделения. После обучения специалистов препараты поступят и в остальные структурные подразделения Московского областного центра охраны материнства и детства. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.